Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 12. Заполни таблицу. При x равном 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Данные числа умножим на 205. Какие действия можно сделать, чтобы упростить уравнение? Итак, для начала 205 умножим на 21. Для этого мы запишем в столбик два числа, записывая числа под числами, и умножаем сначала единицы. 1 умножаем на 5, будет 5. 1 на 0 – 0, и 1 на 2 – 2. 205 единиц. Теперь умножаем десятки и записываем их со сдвигом на один разряд влево. 2 умножаем на 5 будет 10. 0 пишем 1, запоминаем. 2 умножаем на 0 будет 0. Да еще 1. И 2 умножаем на 2 будет 4. Складываем полученные результаты. 5. 0 прибавить 0 будет 0. 2 прибавить 1 будет 3. И 4 сносим. Получили 4305. Теперь 4305 мы добавим 21, чтобы умножить данное число на 22. 5 плюс 5 – 10, 0 пишем, 1 переходит в следующий разряд. 3 плюс 2 – 5, 4 сносим. Получили 4510 при умножении 205 на 22. То есть мы упростили следующим образом. Мы к последнему полученному результату 4305 прибавили 205. Не умножали по новой 205 на 22, а просто данное число увеличили на 25, так как второй множитель увеличился у нас на одну единицу. 21 было, стало 22. Следовательно, при умножении 205 на 23 мы берем последний полученный результат 4510 и прибавляем к нему 205. Получаем 4715. Затем при умножении 205 на 24 мы к последнему полученному результату 4715 опять прибавляем 205 и получаем уже 4920. При умножении на 25 мы получили 5125. При умножении на 26 мы получили 5330. То есть мы не умножали каждый раз 205 на 22, или 205 на 25, или 205 на 26, а пользуясь последним полученным результатом, мы к нему прибавляли 205. Заполним таблицу. 205 умноженное на x при x равном 21. Ответ 4305. 205 умножили на 22, получили 4510. При умножении на 23 получили 4715. При умножении на 24 мы получили 4920. При умножении на 25 мы получили 5125. И при умножении на 26 мы получили 5330. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.